Добрый вечер. Вот сейчас мы решили пойти прогуляться с внучкой до Европы. Далеко мы не поедем. Тоже подустали, пока там потолки там по дому делали. Но немножко решили прогуляться, пройти, как говорится, проветрить свои мозги. Мои внучка с дедом, наверное, на детскую площадку ушли. Я их чуть-чуть вперед отправила, чтобы она там не парилась дома. И куда они делись, я не могу их найти. Буду искать. Потеряли! Где это они? А, вон машина стоит. Вон она. Вижу. Все, увидела. Я думала, что вы на площадку ушли. Вижу, уже мне машут. Так. Машунь, покажи всем, какую бабушка тебе прическу сделала? Во, посмотрите, скажи, какую мне. Кто тебе такую прическу сделал? Баба. Баба, покажи всем, какую прическу сделала. Баба. Как называется прическа? Карточки взяла всегда. Петинка. Угу. Кто? Пальмочка, Маша. Пальмочка называется. Пальмочку. Вот такую бабушку. Я пальмочку сделала, чтобы она у нас красотка была. Холодная. Это моя внучка подошла познакомиться с девочкой. В магазине. Маш, у нее ручки холодные. Не трогай, Маш. Если не хочет она, чтобы ты ее трогала, коляску. Говори пока, девочки. Это мой коммуникабельный ребенок. Всем здрасте, всех обнимет. Машунь, пойдем, зая, пойдем бабой. А куда у нас дед делся? Ищи, потерялся. Потерялся? Нет? Маша, Алиса, пока. Говори, Маша, Алисе, пока. Так, поехали. Крутит дедушку. Нажимай. Все, Маш, мимимишки берем, да? Лисичку. Купить. И, наверное, крутить надо. Нет? Купить. Давай. Выберите товар. Мимимишки. Вот. Ну, и что ты там нашла? Покажи бабе. Ну, покажи бабе, что там у тебя? Тетя. Покажи, что там попалось. Мимимишки, твои любимые мимимишки? Скажи спасибо. Да, это тетя. Давай откроем. Давай, конечно. Давай откроем, теперь говорю. Ой, о радости вы не представляете. Что детям надо для счастья? Открыть очень сложно эту штуку. Маш, что? Не мимишки выбрала? Что? Я внучка уплетает вот такую несусветную гадость. Смотрите. Вот как детей отучить от этой гадости, а? А, Маш, вот скажи, это, пожалуйста. Это не гадость, а это тетка. А почему ты должна быть первая? Я буду. Вот такую, кто чиполинку тебе сделал вот такую? Я держу. Зачем тебе помогать? Дед говорит, давай я помогу. Вот, неси вот это. Неси, да. Это наша помощница. Давай, давай, дядя, давай, давай.